Хорошее соединение. Всем привет, давайте поболтаем. Давно я не выходила в прямые эфиры. В общем, как вы видите, блин, начали сверлить. Вот мне скажите, если кто-то сейчас слышно, как сверлят? Или все-таки наушники AirPods, которые я вышла потестировать с вами, сейчас спасли всю ситуацию, и сверления не слышно. Если сверление слышно, мне придется закрыть этот прямой эфир. Хорошее соединение, ноль людей. Значит, нехорошее соединение. Что за фигня? Теперь вот, еще падает. Вы видите, куда я залезла? Я залезла на чердак. Я у родителей. Господи, что это включается? Слушайте, ну я сейчас, подождите, я попробую. О, смотрите, видите, я на крыше. О, какой-то фильтр включился. Это не я включала, подождите. Я сейчас попробую найти нормальный фильтр. Ну, не в смысле ненормальный фильтр, я вообще хочу найти, где нет фильтра. Да меня задолбали все писать, что ты фильтр повключала, что ты фильтр повключала. Вообще, меня это, конечно, раздражает, такие вопросы. Как я девушка, пламенно девушка, женщина, да, в свои 46 лет, пламенно, потому что... А как вы хотели вообще, вот женщины, знаете, как и красятся, и прихорашиваются, фильтры вообще все разные включают, а мне, значит, а что ты фильтр включила тут нам настоящую? Я говорю, у меня такое ощущение, что все хотят, чтобы я вот разделась и, это, цыганочку обнаженная станцевала. И вот тогда, наверное, все... Да, тоже найдут к чему придраться, короче. Чего, давайте задавайте мне вопросы. Я вообще... Скажите мне, насколько меня хорошо слышно? Слышно ли вы, как там сверлят за моей спиной? Спасают ли наушники AirPods ситуацию? И вдруг только слышно меня, и не слышно этих посторонних шумов? Это было бы классно. Тогда значит, наушники действуют. А если это не так классно, то ну и я сейчас уйду. И вы уже, наверное, уйдете. Блин, ну это сверление невозможное. Так, давайте, я жду откликов. Что там слышно, что не слышно, пишите. Как работают мои наушники. Вы знаете, вообще с наушниками, конечно, это капец какой-то. Наушники, вот эти AirPods, я вообще их, ну, мне когда их Руслан подарил, и так обрадовалась, я думала, что я с ними буду писать видео. Но по... Представляете, они вообще, у них такие, да, вот с наушниками не айс, вот я говорю, вот не айс, потому что они, у них микрофоны, оказывается, вот у них прекрасные микрофоны, когда ты говоришь по телефону, а когда видео писать, они делают низкое качество звука. Вот видите, многие мне пишут, что слышно все-таки хорошо, ну давайте, просто пусть будет качество этих наушников. А вон там, вот, слышно вот это сверление, потому что мне сейчас прям по голове вот сверление идет. Это вообще ужас. Так, ладно, давайте на вопрос я отвечу и уйду. Уйду отсюда. Ну, естественно, я закину на YouTube. Я, кстати, на YouTube только что тоже провела эфир, тоже экспериментировала про малярные мешки. Кому интересно, заходите. Как убрать морщинки вокруг глаз массажем и зарядкой? Давайте, сегодня посвящаем эфир этому. Первый вопрос. И посвящаем, в общем, морщинам. Морщины вокруг глаз. Причин очень-очень тоже. Тут надо тестировать, какая причина. Во-первых, первая причина. Ну, давайте сначала круговая мышца глаза. Она вот так вот крепится. И с возрастом, из-за того, что мы, ну, как-то, мы, может, даже делать, даже не в том, что щурится, а мы, знаете, как вот напрягаемся от всех этих стрессов, она входит в гипертонус и вот сюда вот как бы скукоживается. А кожа, ну, как, ну, ей некуда деться, она просто... Я не то, что некуда, она, конечно, сокращается, но она остается вот здесь морщинками. Когда мы расправим саму круговую мышцу лица, то и... Кстати, про Анапу хороший вопрос. Я сейчас вам что-нибудь расскажу. Я люблю рассказывать. Но я сейчас не в Анапе, я сейчас крымские родители. Но это какой-то кошмар. Все перестали сверлить здесь, начали сверлить в том дворе. А, вот. И смотрите, она вот так вот скукоживается и входит в гипертонус. Из-за этого, кстати, очень часто еще и носослезка появляется. Поэтому надо сначала, во-первых, расправить круговую мышцу рта, глаза и привести ее в нормотонус. Норма. Мышца должна быть в нормотонусе. Не расслабленная, там висеть, как тряпочка парализованная, что, кстати, тоже бывает при всяких невритах, а в нормотонусе должна быть. Когда мышца в нормотонусе двигается, она питает кожу, кость, и все такое, знаете, натянутое, как на мячик, красивенькое лицо.
Вторая причина перенапряжение височной мышцы. Она вот тут скрепится, и сюда такая большая идет. А височная мышца, она тоже она увязана с жевательными, и из-за того, что перенапрягаются жевательные, перенапрягается височная и укорачивается, и вот здесь тоже получается вот такая вот конструкция. То есть вы понимаете, да, что работать-то надо комплексно. Без комплекса мы, без того, что мы расслабим жевательные, не расслабится височная. А она будет съеживать вот здесь глаз и делать нависшее веко и уголки вниз тащить. Но для того, чтобы расслабить жевательные, мало расслабить жевательные, надо еще расслабить мышцы с шеи и вот этой грудино-ключично-сосцевидной, потому что это все увязано. То есть вот видите, у нас же как, лицо, ну же не отдельно, вот лицо вот здесь вот так, лицо и все, да, оно же как, часть головы, странно это звучит, да, а голова это вообще часть тела, а шея это вообще наш транспортный канал важнейший, и кровь здесь должна циркулировать очень хорошо, то есть венозный отток не должен быть нарушен из-за перенапряжения мышц. Вот видите, и вот вы когда спрашиваете, как убрать морщины под глазками, да, там целый комплекс работы. И поэтому вот эти вот веселенькие ролики, что я показываю в ТикТоке и в Инстаграме тоже, знаете, там это один из приемов. Это понятно, что это один из приемов. А на самом деле, это как, знаете, как вершина айсберга. А на самом деле там еще вот такое тело, да, тело айсберга. Потому что, да, начинаем трапеция, шея, осанка, да, вытягиваем шейку, убираем, расслабляем. И когда мы со всем этим работаем, вот вам, пожалуйста, уже эффект. А конкретно то есть нет такой вот кнопки, что вот вы там нажали, оно расправилось. Не бывает. Более того, я вам что скажу. Если вы пошли к косметологу и вам сюда вкололи ботокс, то здесь, может быть, у вас и перестанет двигаться, да, женщина-робот, я женщина-робот. Я же говорю, мне это все напоминает этот «Смертей к лицу», когда там заплатки он там есть. Классный фильм, кстати, «Смертей к лицу». Смотрели вообще? Мой любимый фильм. Актриса обожаю. И вот как он там ей закладки ставит, я все время вспоминаю вот эту современную косметологию. Настя, подожди, да, я эфир проведу, потом придешь. Настя уже ползет. Сейчас они мне ничего не дадут. Поэтому, да, мы совсем комплексно работаем, но точечные упражнения я вам сейчас покажу. Да, то есть я сказала, что вы все прорабатываете, обязательно апоневроз черепа, то есть сухожильный шлем двигаете туда-сюда, вот это вы работаете. Да, вот это упражнение, перетирочку делайте один раз в 5 дней. И вот здесь проваливаетесь, и... Настя, ты сейчас упадешь. Чуть не упала, чуть не упала. У нас тут лестница. Настя, что ты залезла вон? Видите, какая лестница? Куда ползешь, Настя? Но я сказала, дайте, я специально от детей спряталась, потому что мы приехали к бабушке, чтобы провести эфиры. Нет, вот лезут сюда, туда, где опасно и можно свалиться. Я же спряталась, видите, на крышах сижу. Так, смотрите, вот перетирочку сделали один раз в 5 дней. Один раз в 5 дней. Убью всех, кто будет делать, как мне пишут, я 3 раза в день делала, а у меня теперь хуже. Убью. Ну, честно, ну что такое, ну детский сад, что ли? Вот как Настя сказала, нельзя забираться. Нет, она забралась. Да? Все. Так, и расслабляем вот здесь вот саму круговую мышцу глаза. Берем, протаились в ткани глубоко, глубоко, глубоко. И начинаем вот здесь вот ее расслаблять, расслаблять. И еще один прием. Идете по точкам красоты глаз. То есть раз, два, три, четыре, пять. Прям по глазнице. Раз, два, три, четыре, пять. 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 И таких у вас проходочек будет 3 подхода. И каждый раз на точке, скриньте точки, по 5 секунд. Все, я ушла. В общем, короче, я всех отчитываю. Я говорю, у меня вот этот материнский инстинкт, правда, надоел мне он уже. Я вот этой говорю не лезь. Вот вам говорю, что чаще, чем 5 раз не делать. Один раз в 5 дней не делать. И все. Мне, наверное, надо отдохнуть. Все. Это видео я постараюсь издать на YouTube. Хотя, конечно, там сначала болтовни очень много. Ой, давайте, подождите, я вам сейчас скажу, как в Анапу переехать. Если интересно, я могу целую серию роликов этому посвящать, потому что переезд в Анапу, а я переехала из Москвы, на самом деле это очень-очень интересно. И я могу больше про места рассказывать,
про Анапу. Ну, как всегда, в своем стиле, да, у меня не профессионально, просто чистый обыватель, как я вот в Анапу переехала. Кстати, очень интересно. Красотка, правда, да? Я хорошо сейчас выгляжу. Я, кстати, не это. Хорошо, Настя сказала. Я, как всегда, как это, не умылась, ничего, даже, а волосы просто затащила сюда и все. То есть, ну, мы же в деревне вроде как, но я же не могу без эфира. Ладно, спасибо большое за комплимент. Мне, кстати, это поддержка. Так, про Анапу интересно, начну снимать постепенно все больше. Мне в Инстаграме тоже попросили. Еще я хотела, да, как переехать? Ну, мы-то, получается, перетирку сколько раз? Вот хороший вопрос. Смотрите, в массаже, в понятии массажа нет такого, что что-то вы делаете сколько-то определенное количество раз. Да, вы просто размягчаете ткани. Сначала они тверденькие, потом вы прям на пальчиках, как пластилин, они у вас становятся все мягче и мягче, и вы начинаете их слегка моделировать, как бы вот приподнимая немножечко наверх, все. И они у вас вновь такие, знаете, прямо эластичные, мягкие-мягкие. И вот вы вот это там все разворошили, сделали их мягкими, смоделировались, чуть-чуть сюда приподняли, что потому что здесь же у нас ну, мешки, жировые пакетики опускаются, и косточка выходит. И вот нам надо всегда их немножечко приподнимать. В принципе, это реально сделать, но только мы вот моделируем ручками. И вы можете на этих местах сидеть на самом деле достаточно долго, но чтобы вам было вот именно приятное чувство должно быть. Прямо вот сидите, вот я здесь поразминала, здесь у меня уже горяченькая и мягкая кожа, а здесь прямо вот твердая. И потом вы начинаете, и говорю, можете сидеть сколько угодно. Можете 20 минут, можете 30, можете вообще час вот так вот сидеть вот здесь вот на глазках, аккуратно перетерли. И все. Но самое важное условие – раз в 5 дней. То есть вы можете над глазами, вот массаж глаз достаточно долго, но раз в 5 дней. То есть вы качественно сделали и оставили. Все, омоложение идет раз в 5 дней. Настя, подожди, не лезь. Височную расслабляем. Ну, хотя бы вот один из приемов. Вот, прям вытащить, расслабили. Так. Но опять же говорю, что без жевательных это не очень работает. И обязательно потяните здесь. Потому что когда мы височную, она в спазмированном состоянии, мы ее растянули, и вот это спазмированное состояние мы перегнали сюда, здесь черепной шов. И сюда, здесь начинается высочайшее напряжение, у вас может заболеть голова, да, вы прям должны вот здесь вот растянуть себя. Так, все это сделали про Анапу. Про Анапу, значит, нравится мне в Анапе очень, ну, деревенька, конечно, но именно этим мне приятно, потому что именно там удобно расти детей. От Москвы я устала. Так, все. Настя, говори, пока-пока. Подписывайтесь на наши каналы. Ставьте лайки и заходите на мой курс Face Control. Я его очень круто написала, честно. Все, люблю, любим вас. Давай, Настя, вот так. Фу, целуем. 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 Все, пока. Так, как выключить?